Я камеру не включил. Ты что? Ты прикидываешься? Заново. Пошел, включу. Отвечай, не включи. Ты что? Отвечай, не включи. Серьезно, с самого начала? Давай, бомби. Пошли полом впечатлений. Морской прибой. Загар. Почти песок. Из многих, многих радостных мгновений вкуси самоса сладкий сок. Мечты приходят, волны приходят. Дни проходят и уходят, а кушать хочется всегда. И души места не находят, страшась голодного суда. Ну не еда, а просто объеденье. Ну не самос, а сновиденье. В блаженство сказки погрузись, самосом сочным насладись. Вкус самоса испытай и жизнь блаженную узнай. Если ты лежишь, сидишь, стоишь, от страсти таешь, слюну лижешь и глотаешь, на самосы налетай и в блаженство улетай. Наш самосик непростой, он заряжен добротой. Никто не будет хмурить брови, ведь самосы сделаны с любовью. На севере от зависти тоскуют эскимосы. Самосы, блядь, самосы. Ранее повод попробовать самосы. К нему идет сезон освобождающих самосов. Даже Дедушка Мороз отдыхал, покупал самос. В этой жизни на своем пути лучших сладостей вам не найти. Самосы сладкие детям и жене. Купляй быстрее, денег не жалей. Все бегут по жизни, бегут куда-то. Иллюзия им сердце ранит. Но самос, он словно из бутылки джин. Он исполнит все желания. Молодец. Молодец. Самосом называется этот... Бурдюк. Как? Бхакти-йога. Это кто? Бхакти-йога, ну бхакти это значит как бы любовь. То есть путь любви и так как мы... Есть все живые существа на этой планете вообще. Мы стараемся как бы делать так, чтобы всем было хорошо. Покажи, как это называть? Маленьких наших младших братиков животных не убивать. Мы делаем вегетарианскую пищу. Как ты мою рубашечку обозвал? Курта. Курта? А покажите, какая? Вот это? Вот, да. А ну покажите мне. Покажите. Очень похоже. Вот в Индии очень, ну как бы ходят таких вот. Я тебе потом покажу, если ты еще захочешь. Ясно. Это называется курта. Так, нам овощной. Овощной, познай. О, даже есть такой стишок классный. Недавно у нас Руслан придумал. Бессмертный Кощей стал бессмертным, вкусив самос из овощей. А вот еще один тут парень хотел песни пел. Разрешают все вопросы наши сочные самосы. Самос Потмор, самосы Ритей, да там? Да-да, про ежика что-то он пел. Про что? Про ежика. Бежит там ежик на самосы, ёжик. Да. Гром гремит, да? Да-да-да. Вот такое, я знаю. Ну это его репертуар, ты этого не знаешь, да? А что, больше его нету, мы это... Он просто немножко приболел. Отравился, ну сейчас съедет. Нет, ну солнце, он так тяжело. Ага. Так, овощной, я вижу, ты мне нам донес эти... Познай суть вещей, вкусив самосы из овощей. По 20 жизней. Вес каждого самоса 250 грамм. Тоненькое, слоеное, без дрожжевое тесточко. А в середине фруктовый или овощной букет из райских планет. Овощной с адыгейским сыром. Творожок и апельсин. Творожок и апельсин. Банан с лимончиком. Слива, банан и абрикос такой ассорти. Ну и был персик, но он уже закончился. Давай нам один слива, банан, абрикос. В самосе скрыт потенциал. Чтоб ты попел, потанцевал и откусил один кусок и спил его нектарный сок. Они уже увидели вкусняшки. Держите, это джаганат. Вот это Господь Вселенной. Джаганат в Капуре в Индии. Это очень популярная сладость. Они ради этого так отдали. Так ты был в Индии, Валя? Да. Да? А где именно ты был? Я был в трех святых местах. Ага. Это Джаганатхапури, ну Пури, там оно на океане Индийского, ну на берегу Индийского океана. Дайте сначала... Майяпури и Вриндаван. Хорошо. Так очередь нам и нужна. Банан не может. Все, хорошо, простите меня. Вот видишь, Валера, как торговля поперла, да?
Мы даже рекламу не можем дать. Так вот, мы и в телевидении даем ему рекламу. Расскажите про наши самосы. Расскажите, пожалуйста, мы послушаем. Как вкусные, чем... Ну так на что они похожи? На что они похожи? Да. На вкусные самосы. Аналогов нету. Мы пончики такие делаем. Ага. Нет, это бездрожжевой дед. Это бездрожжевой. Это мы с твоем. Овощной. Юна, чуть-чуть в сторону подойди. Чуть-чуть. Сейчас возьмем. Горы адыгейского сыра. Океан сметаны в царстве овощей. Давай. Даю. Сережа, иди, тебе Валера даст. Иди. Держите. Сколько она стоит? Оно бесплатно. Сынок, иди, вон Валера тебе дает. И поделишься с девочкой. Есть у вас? Ассорти фруктовый или банан? Сынок, кусай. Давайте банан с лимоном. Суп выпей. Здесь еще овощной. Это банан с лимоном? Овощной лимон. Мама, я хочу. Закиньте все. Я купила с бананом эспрессо. Сейчас я надо пить. Еще один банан. Не надо, не надо. То есть я вам сдачу дал, да, за спальни? Да, да, да. Может, заберем его с собой, Серега? Валер, ты не хочешь с нами? Берем там палатки, мама. А как же люди? Я же должен им служить. Так а сезон закончится. А сезон закончится. Ты сам откуда родом? Я, ну, из Львова. А, ты со Львова? Відчуй ти смак самосів димом. Ти не забудь носіча рівний. Пізнайте істинний екстаз, що до небес підніметь вас. Нектарніші самоси, вони звільняють від образ, гордині, гніву, заздрості і від турбот всіх враз. Дають прекрасний настрій, блаженство і любов. Хто спробував самоса, той щастя вже знайшов. В житті пригод багато мав. По світу подорожував, та смак самосів просто шквал. Їх аромат дев'ятий вас збиває просто на повал. А хто не встиг, той маху дав, хто сам собі самос не дав. А я ж просив, пропонував, напір любові всіх вас брав. Молодець, Валера. А скажи свої контактні дані, як з тобою зв'язатися, якщо вдруг що. Хочу заїздити рибачити кожен рік. Здесь в рибачі ми кожен сезон розпространяємо самоси з осіками. Наше тесто держит первое место, не скопирует пират нашей кухни аромат. Отдыхайте ярко, пышно, испытайте кухню Кришны. Спасибо. А контакты, можно зайти в интернет, у меня можно имейл взять. Имейл, свой продиктуй на камеру. Haribol162@gmail.com. Ага. Gmail, Gmail. Я понял. Haribol, то есть латинскими. H-A-R-I. Ага. Бол и Б-О-Л. Ясно. 162. Ага. Собака к моим ком. Ага. Хорошо, будем связываться с тобой. Все, удачи. А после сезона по Львову возвращаешься? Да, у меня еще магистратура еще должен закончить. А, ты учишься. Молодец. Полгода. Автоматизация интегрированной компьютерной технологии полиграфичного выровнейства. Ага. Ясно. Молодец. Валера, спасибо огромное, подходи. Вам еще. Спасибо. Давай, счастливо. Хорошее настроение. Самоса не просто страва, настрій – основна приправа. Хто українську розуміє, той пойме. Да. Все, Валера, удачі. Сонце, море,